Ребята, всем привет! У меня сегодня очередная посылочка. Это крепление для велосипеда, для экшн-камеры Xiaomi. Вот, посмотрите, как оно выглядит. Это алюминиевое крепление, которое позволяет крепить на любые, в принципе, округлые части велосипеда. Вместе с ним в комплекте идет вот такой вот ключик. Алюминий достаточно прочный. Вообще нет даже намека на то, что он какой-то хрупкий. Там есть такой, знаете, силумин материал, часто делают крепление из него. Так вот он такой прям на ощупь, он такой ненадежный. Вот здесь такого ощущения нету. Перед вами такая вещь, у которой вы можете доверить крепление своей дорогой экшн камеры. Как выглядит это крепление непосредственно на самом велосипеде, я покажу в конце видео, фотографию приложу. Попробуем прикрепить экшн камеру с помощью сначала вот такого крепления, которое я уже на своем канале показывал. Это вот такой вот переходничок, который позволяет напрямую крепить экшн камеру без использования бокса. Вот так вот просто берем, накручиваем. И вот, допустим, у нас это руль, да, вот мы так закрепили и можем настроить под себя и затянуть потом ключом нашу камеру. Вот так вот оно будет выглядеть. Либо можно не на руль, можно там на вилку, на раму, я не знаю, на что угодно. Если позволяет диаметр, можно прицепить камеру. И таким же образом сюда можно прицепить не переходник, а непосредственно сам кейс пластиковый. Сейчас я это сделаю. Установлено крепление, и вот так вот регулируем под себя и затягиваем. Держится все прочно. В общем, рекомендую это крепление, просто отличное, вообще никаких нареканий к нему. Его я установлю на велосипед, и снимать его даже нет смысла. Просто потом, если нужно снять камеру, вот здесь откручиваем и снимаем. То есть не нужно постоянно снимать крепление. Один раз я его установлю. Рекомендую. Ссылочку на покупку этого продавца я укажу в описании к видео. Крепление шло достаточно долго из-за того, что это мелкий товар. Как все мелкие товары, приготовьтесь, что вам будут отсылать его без трек-номера и будут ссылать его долго. Но зато он пришел, и качеством я доволен. На этом у меня все. Если это видео вам полезно было или понравилось, ставим пальцы вверх и подписываемся на канал. Пока!